Впервые то, что я хотел бы сказать, может быть, следующий слайд сразу. То, что хотел я сказать, это насчет те самые времена, когда я окончал университет, и почти в то же самое время и Владимир Врагов, и Танесбек Кальменов, и там очень многие другие в Новосибирске, это, грубо говоря, было как все менялось, там наука шла впереди и так далее, и так далее. Я тогда знал о работе новосибирских математиках, и, разумеется, и московских, и санкт-петербургских, и так далее, ленинградцев, и так далее. И через моего руководителя диссертации Георгия Каратопоклеева, он как-то был прямая связь с Новосибирском, где он защитил диссертацию потом, докторскую. И, значит, это в конце 60-х, там появилась серия работ, это, во-первых, советских математиков, тонкие результаты, как я написал, по сингулярных уравнениях и так далее, и так далее. Но в те же самое время развились и соответственные методы функционального анализа. И в сущности моя дипломная работа и кандидатская диссертация, они были в этом направлении, то есть использование функционального анализа для исследования уравнений смешанного типа. И тогда мне хочется, кроме крупных советских математиков того направления, все-таки отметить и некоторых западных, которых я пользовался и исследовал. Значит, это Курт Отто Фридрихс, во-первых, потом моя, я не скажу подружку, так как все-таки разница и в возрасте, и в высоте большая, это Катлин Моравец, но я начал с ней корреспондировать еще, буду студентом. Потом Питер Лакс, Ралф Филлипс и так далее, и так далее. И советские математики тоже двинулись в этом направлении. И тогда появились замечательные работы молодых советских математиков. Я сразу упомяну метод вспомогательного оператора Владимира Врагова и одновременно с ним, в сущности, опубликованный, я потом скажу, метод интегрального оператора Диденко и так далее, и так далее. Я могу говорить на эту тему часами. И так как отмечаем все-таки 75-летие Врагова, я сразу остановлюсь на его замечательный метод, и мне хотелось обсудить его насчет конкретных работ, но это потом. А сейчас мне хочется повторить слова академика Танесбека Кальменова по поводу годовщины, я думаю, 65-й или там 70-й Володи Врагова. Он сказал, эти результаты Врагова вошли в золотой фонд мировой математики, стали широко известными и в дальнейшем активно использовались многими математиками. За эти слова я твердо сижу и убежден, что они правда, и они в сущности не только, грубо говоря, кончились, они продолжаются через учениками Володи Врагова. Так, следующий слайд. Так, я хочу конкретно проанализировать более глубоко одну конкретную работу Владимира Врагова. Это задача Гурсад-Арбу для одного класса гиперболических уравнений. Она опубликована в первом номере 1972 года, дифференциальное уравнение. В этом первом номере, если посмотрите на перечень авторов, это просто отличные математики, отличные, просто бурлящие тогда вот этот, я бы не знаю, как сказать, вулкан, может быть, в Новосибирске. Он прямо выразился, и не только в Новосибирске, разумеется, но в основном в Новосибирске, выразился в этим номером. Так что там можно посмотреть все эти имена, и каждый из них я прекрасно знаю. И это первая работа, с которой я ознакомился, работа Врагова, с которой я ознакомился. И потом уже с многими другими, разумеется. Я ему не сказал со всеми, но в общем. И мы шли параллельно с ним, и даже в некоторых результатах так и пересекались, и состязались.
и с ним, и с Борей Бубновым, и так далее, и так далее. Ну, я пишу насчет эту статью, чтобы охарактеризировать его метода. Это поговорим по характеристической задаче Кащи. Это первая тема для двумерного гиперболоперболического уравнения. Можно дальше? Хорошо. Это работа в дифференциальных уравнений Врагова. Там рассматривается уравнение, которое вы видите. И сразу внизу две характеристики. Значит, это представляете себе y равно нулю. Наверх идет одна характеристика, а вниз идет другая характеристика. То есть две характеристики, которые как треугольник, но не в сущности это криволинейный треугольник, который идет вверх и вниз y равно нулю. И уравнение гиперболические и параболически вырождается на y равно нулю. Так как k 0 равно нулю, как написано здесь. Ну, дальше. И дальше постановка задач. Вот видите, это задача Гурса. То, что в этой области, которая заключена между этими двумя характеристиками, найти решение этого уравнения, это первая задача 3, а потом задача Дарбу, то есть найти решение только в одной половинке этой области, здесь нижняя половинка, и заданные данные или у равно нулю на нижнем основании, или там на верхнем случае, или у y равно нулю. То есть это самая обычная задача Дарбу. И как мы знаем, еще Геллерстедом там установлено, что у младшим коэффициентом a должно быть какое-то поведение вокруг оси y равно нулю. Потом упомяну Адама Маремовича Нахушева, который чуть-чуть пораньше исследовал вопрос об единственности сильных, существования слабых решений, потом и другие работы, и, разумеется, условие a x 0 больше нуля. Так, это Нахушевым введено, и под этим условием все эти результаты потом идут дальше. Значит, это я прямо передаю из слова работы. Один замечательный пример дальше Танайзбека Кальменова. И вы меня извините, что я на первое имя и на фамильное отчество как-то у нас в общем не принято. Я даже не знаю некоторых отчеств. Но все-таки... А дальше идет задача, которую предложил Бицадзе для какого-то обычного уравнения. Это волнового плюс младших коэффициентов. И здесь прямо отмечается использование теории положительно-симметричных систем. Это теория Фридрихса, его работа 85 или 87 страниц, одна из основополагающих в этом направлении, и она очень сильно использовалась Владимиру Врагову. Дальше. И вот, чтобы понять, что здесь находится, во-первых, сводится к систему. Это понятно, там обозначаем производные и так далее. Систему первого порядка. А потом уже вводится негативное пространство Лакса. Вот видите это определение. Это супремум скаларного произведения U, которое с левой стороны минус 1. Это функционал, в сущности, супремум на все V, которые из W2,1, разумеется, V не 0. И потом внизу скаларное произведение упомянуто. И вот внизу, в лемма 2, вы видите основной подход, в сущности, Врагова. Вот видите, значит, это в многих работ можно посмотреть, и в работах Фридрихса перед этим, априорные оценки на энергии системой гораздо раньше, я даже не знаю, кем это продвинуто, когда мы умножаем наш оператор дифференциальный на дополнительный оператор, который помогает нам уже доказать хорошие оценки. И здесь Владимир Николаевич, он умножил сразу на оператор второго рода. То есть это векторное, разумеется, это U, это вектор,
и это векторные лапласьян сущности. И вот видите, внизу это все оценивается с первой нормой в квадрате функции U. Для всех функций U, которые удовлетворяют сущности краевых условий. Дальше. И дальше что происходит? Вот видите идея Владимира Врагова. Значит, говорим, что U это слабое решение, если скалярное там произведение, перебрасываем производное, и тогда это, чтобы это дифференциальное тождество было выполнено. А внизу уже, в леммой 2, вы видите основная оценка. Значит, сопряженный оператор минус первой нормой внизу ограничивается вот постоянной, положительной постоянной на норма V в минус первой. И в доказательстве, это уже метод вспомогательного оператора, Владимир Врагов решает просто уравнение, которое у нас было. Дельта U минус мю U. То есть это, и это он означает через V. И сразу из прошлого, можно обратно чуть-чуть? И вот видите, здесь наверх, то есть внизу, это флема. У нас внизу оценка с постоянной, положительной постоянной. А этот второе возражение, дельта U минус мю U, оно сразу мы решаем, здесь поставляем произвольную V. Но когда здесь поставим произвольную V, разумеется, функция U, она от V будет зависеть и слева, и справа, но все-таки это сразу работает. Следующий слайд. И вот, решая этого, чуть-чуть позади, чтобы прокомментировать. И вот вы видите, если мы решим вот эту задачу, которая в сущности распадается, так как лапласьян, он распадается покомпонентно, и мы решаем на V, и потом, как у нас хорошее неравенство между U, V и U, и V, вот такое неравенство внизу, мы сразу подходим к оценку, которая вверх написана. Утверждение леммы 2. То есть оценку внизу сопряженного оператора, что уже говорит о разрешимости нашей задачи. Так что отсюда, грубо говоря, все следует. Дальше. А дальше можно таким же способом рассмотреть классическую характеристическую задачу Кащи по пространстве. То есть уже размерность не 2, а размерность большая. И рассматривается задача, которую в свое время изучал Сергей Лович Соболев. Вот на характеристический конус задается что-то, и, то есть данные функции, а потом внизу снова пишем систему, как видите внизу, и мы приходим к уравнению. То есть к задачу, которая для этой системы, это положительно-симметричная система по Фридриксу, и к этой системе хорошие, очень хорошие условия на границе конуса. То есть на волновом конусе условия заданы. И мы решаем эту задачу, ну не прямо, но все-таки позже вот этим замечательным методом Врагова. Дальше. И вот, если такую замену сделаем, то сразу насчет нового оператора, который обозначим там через ламбда, ну, получается оценка внизу. То есть, в сущности, у нас ситуация такая же самая, как в прошлом случае. И поэтому можно применить все, и у нас руки развязаны, так что можно закончить вопрос о существовании такого решения, о его единственности и так далее, и так далее. Дальше. И в этой замечательной работе можно прямо отсюда вывести условия насчет гипербола-параболического уравнения в пространстве. То есть в многомерном случае там только на нижней стороне задается дополнительное условие, и уже эта задача будет задача Дарбу. То есть у нас, грубо говоря, характеристический не треугольник, а характеристический конус, а он срезан как-то, и на нижнем основании этого среза, ну,
задаются данные, которые вы здесь видите. То есть задача дарбов многомерной постановки, и вот внизу то же самое условие. То есть, работая таким образом, используя вот эту замечательную идею, оказывается, можно сделать такой, разработать такой аппарат и от него сразу, грубо говоря, все это следует. Ну, дальше. Так, ну и тогда можно рассмотреть уже и классические другие задачи, которые в свое время поставлены Андрею Васильевичу Бицадзе, потом Нахушева и Пашковским там что-то сделано, доказано существование слабых и единственно сильных решений. А здесь уже в работе Врагова из-за регулярности решения сразу получается результат о существовании единственности. Надо разумеется насчет первой задачи, как здесь отмечено, дополнительно потребовать, чтобы функция f, то есть правая сторона, была 0 на нижней основании. Это тогда можно сразу доказать, что слабое решение, которое раньше получено в работах Бицадзе и Нахушева, они сильны, так что все нормально, теорема единственности существования доказана. Дальше. Так и эта литература к этой замечательной работе. Вы видите и Бицадзе, и Соболев, и Нахушев, потом Берзанский, Кальменов, Геллерштедт и работа Фридрикса, в конце концов. Все, на этой работе все. Я только хочу сказать, что в этой самой... Можно следующий слайд? Я посмотрю там что. Да, это уже продолжение другой тематики, так что надо сказать что-то насчет этих. В этой самой замечательной работе, там, грубо говоря, разработан вот этот метод, который потом Владимир Николаевич применил в многих работах потом, и этого метода, так называемого вспомогательного оператора, можно поэтому использовать. Я тоже использовал его, ну там в каких-то других, разумеется, параметрах и в других ситуациях, но все это в сущности благодаря этой отличной идее Владимира Врагова. Перед тем, как подойти к обобщенную задачу триками, так как все-таки эта тематика чуть-чуть другая, я хочу как за размятку так сказать, что много раз, то 4 или 5 раз Владимир Николаевич приезжал в Болгарию, делал отличные доклады. Последний раз это было насчет столетия Софийского университета в 1988. И я думаю, что в этом году я в последний раз, к сожалению, с ним встретился так лично, и мы могли и поработать, и вместе отметить нашу встречу, как обычно, и так далее, и так далее. Так, дальше насчет математики. Можно посмотреть и другие, разумеется, результаты Врагова. Я специально вам покажу некоторые тонкие результаты насчет задачи триками для уравнения смешанного типа с одной или с двумя линиями вырождения, то есть обобщение, грубо говоря, классической задачи трикомы. Но насчет этого я хотел бы сказать перед этим насчет прошлой темы. Я был приглашен в 2010 в Милано, политехнику де Милано, чтобы сделать докторантский курс насчет результатов по гиперболическим уравнениям. И там я рассказываю про работу Питера Лакса, там книжка у него отличная. Но кроме этого, насчет этого я, грубо говоря, там соединил идеи академика Годунова, отличная его книжка, всем, я думаю, вам известна,
я читаю свои лекции по уровню частных производных в большинстве по этой. То есть там много идей, которых надо, грубо говоря, обдумать и потом рассказать молодым, чтобы они сразу поняли идеи энергетических неравенств и так далее, и так далее. И я бы похвастался чуть-чуть, что на моим там лекциям это, ну, одна треть это было докторантов, а остальные были очень маститые профессора из Милана. И там, значит, они не только на первую лекцию пришли, а потом слышали все эти доклады, так как связь, я бы сказал амальгаму русских замечательных идей и западных, это не надо терять. Так что надо продолжать в этом направлении. И я надеюсь, что ну, это сложные времена, которые сейчас идут, и эта борьба, которая всюду идет, я надеюсь, что она не помешает нам продолжать и использовать результаты друг друга. То есть после перемен меня вообще не пускали, я бы сказал, даже в Новосибирске. Я первый раз приехал в Новосибирск на 75-летие Сергея Львовича Соболева. Меня пустили, я просто прорвался тогда. И раньше только в Москве был, по там другим причинам, которые я не хочу обсуждать. Но я и сейчас верю и надеюсь, что дружба и служба, они вместе идут. То есть нам надо вместе продолжать, не только мы с вами, а и люди с другого клада и с других сторон там. Я верю в это. И это, по-моему, более важно, чем конкретная математика. Так, но все-таки продолжим с математикой. Насчет обобщенной задачи триками. Там вообще ситуация сложная. Что значит сложная? Можно сравнительно просто, как сам триками в свое время установил теорема об единственности и так далее. Можно рассмотреть и доказать такие-то вещи. Но при этом получалось у многих математиков, наших коллег, получались проблемы насчет условия на кривой в эллиптической части или тоже в гиперболической, если отход от характеристик там бывает. Так что, чтобы это, грубо говоря, закрыть эту тему, надо было очень осторожно и внимательно действовать. Я покажу вам, как в этих тонких вещах разобрался Владимир Николаевич какое-то время назад. Дальше. Так, ну, уравнение смешанного типа, это уже не триками, это все-таки более сложное. Значит, знак функции вверх. Вверх это уравнение эллиптическое, разумеется, а внизу это гипербола параболическая в сущности. К можно обращаться и в ноль, можно и меньше нуля, так что гипербола параболические. Ну и тогда кривую вверх это кривой Ляпунова, сигма, с концами вот этих конечных точек. Я не нарисовал картинку, я люблю картинок, но здесь как-то времени было. И вот обе кривых внизу, то есть АС это кривая, которая может быть и не характеристика, а как-то определенное поведение все-таки насчет характеристик каждой точки. А внизу это уже характеристика, BC нормальная характеристика. И рассматривается, вот это внизу написано, рассматривается следующая задача, следующий слайд. Так, обобщенная задача триками. То есть, что там наверху? Наверху, разумеется, в эллиптической части это D+. Там, понятно, задается на сигма, задается кривое условие. И, кроме этого, задается на этой части AC, которая может быть характеристика, может быть не быть характеристикой. То есть, на сигма вверх и на AC вниз задается, на BC ничего, как обычно, не задается. И тогда уже проблема в том,
когда какие-то условия геометрические на кривую сигма, я припоминаю свое время там, что там было, я здесь припоминаю и бриллиантной работой Александра Павловича Солдатова насчет Лаврентьева Бицадзе, насчет там поведения угловых точек и так далее, и так далее. Но все-таки насчет этой работы, чтобы вернуться обратно, внизу написано: в настоящей работе доказано единственно с регулярных решений обобщенной задачи без ограничений на геометрического характера кривую сигма. Дальше. И вот видите определение, регулярное решение, вот видите поведение в точке А, поведение в точке Б. Это уже градиент, то есть градиент там может быть и не ограничен, разумеется, но рост, разумеется, контролируется. И кроме этого, внизу там написано, салфетная функция должна быть суммируемая на границе. И лемма, которая здесь, обратно можно чуть-чуть, или, хорошо, отлично. И вот видите лемма, эти условия, когда там производная функции k связывается с коэффициентом a, ограничение на c, то есть на свободного коэффициента. И тогда вот видите внизу, это неравенство, от которого сразу можно доказать теорему об единственности. Так что я, разумеется, доказательство пропущу Владимира Николаевича, но вот таким образом здесь он все, грубо говоря, сделал. Дальше. И вот здесь другие результаты, которые, грубо говоря, регулярное решение при них обобщенной задачи – это единственное. Дальше. Так, дальше что-то, которое я уже не смог приготовить более хорошим образом. Так что я воспользовался книжкой Владимира Николаевича, которую он мне подарил в свое время. Значит, что это такое? Здесь уже возможно, чтобы линия изменения типа в гиперболопарической области была, грубо говоря, две линии или там больше. Ну и вот видите здесь условия на функцию k, которая должна быть больше нуля, то есть уравнение эллиптическое вверх и вниз, плюс 1 и минус 1, а внизу, внутри оно может быть гиперболопараболическое. И вот какие-то здесь ограничения. Вот отрезки и так далее, и так далее. Я только пробегу быстро. Дальше. Я надеюсь, что в общем. И вот постановка. Ну, когда там, здесь надо было нарисовать картинку, но я не успел, в сущности, сделать. Было, грубо говоря, времени так, что мы работали насчет прогноза развития ковидом в Болгарии. И поэтому у меня время было слишком ограничено на доклад. Так что я извиняюсь перед вами, но здесь как-то был большой бум у нас, к сожалению, и в последнее время очень трудно. Так, и краевая задача вот такая. Значит, ищется, разумеется, непрерывное решение, которое, у которого там производные где-то, за исключением верхи. И вот здесь написано, за исключением отрезков y равно 1, y равно минус 1, где в сущности меняется тип уравнения. И внизу задается уже данные, и это краевая задача. Я не буду это описывать, я просто хочу перейти на следующий слайд, чтобы, может быть, даже и закончим с этим. Вот здесь определение, регулярное решение, видите поведение квадрата градиента около функции А и Б, соответственно, там особенности можно, но каком-то ростом, не больше, и потом, соответственно, определенные. И вот в самом внизу вы видите то же самое неравенство, из которого, грубо говоря, все следует. Разумеется, между
утверждение этого результата и финального неравенства большой путь, который так четко и очень так, грубо говоря, тонко проделан Владимиру Николаевичу, и результат последний оказывает уже на единственное решение. Дальше. Так, а здесь снова какие-то определения, то есть, может быть, я пропущу этого, более так сложная область, и результаты такие более новые, может быть, пропустим этого. Все-таки вы уже поняли суть на прошлой ситуации, так что, может быть, дальше посмотрим там что. Я пытаюсь оставить время и для Александра Ивановича. Ну и дальше, значит, говорим про регулярного решения, говорим про те же самые вещи. И самое внизу вы видите неравенство, от которого сразу все следует. Но этого неравенства, разумеется, чтобы доказать, надо пройти долгий путь и много страниц счетов. Ну, следующий. Так, я думаю, что этим могу закончить свои, грубо говоря, ну не воспоминания, разумеется. Но здесь я скажу следующее. Во-первых, Володи Врагова я почти никогда не видел один. Вокруг у него огромная тумба всегда была молодых учеников, которые его спрашивали, он им кто-то рассказывал. Так что у нас время, чтобы, грубо говоря, один к одному побыть, очень-очень мало общем было. Но у него огромное количество учеников. Внизу я написал, это я взял, разумеется, из данных Новосибирска, что им подготовлено 54 кандидатов и 9 докторов наук. И здесь написано самые такие места, где работают ученики Врагова. И я хотел бы упомянуть все-таки из учеников, разумеется, Кожанова Александра Ивановича, Егорова Ивана Егоровича, Сергея Пяткова, Сергея Попова. Я не знаю, они прямо ученики или ученики учеников, так как они молодые. И кроме этого, хотел бы упомянуть еще двух других, которых это Терехова и Глазатова. Я только писал письма, и там знаю там все насчет истории. А в конце из учеников хотел бы снова упомянуть Бори Бумнова. Как-то мы разделили с ним, он поехал в Москву, чтобы взять диплом. Я последний раз тогда был перед переменами в Новосибирске. Потом я обратно в Болгарии, потом мне сообщили ужасную вещь. И Хеканчера тоже, которые работали параллельно и вместе, очень талантливая математика, вы все знаете насчет его историю. Так что самый Владимир Николаевич, к сожалению, у него была такая могучая энергия все время. Я был большим другом с Юрием Кузнецовым, который... Они, думаю, что вместе учились. Так что много раз мы говорили насчет Володи и насчет его энергии, насчет его возможностей и так далее, и так далее. Так что этим я хотел бы закончить мое выступление. Жаль, разумеется, что его нет среди нами. И, к сожалению, уже много лет прошли. С того времени, когда он смог работать, и вокруг него все эти люди работали тоже с большим удовольствием. И он всех загоревал. У меня русский как-то пропадает, я чуть-чуть утомился. Этой своей энергией. И все эти, грубо говоря, люди, которые сейчас и через его учениках, и через ученики, его учениках, они идут впереди. И я верю, что
многих таких результатах мы еще увидим как следствие его труда. Так что вспомним снова про Владимира Николаевича и передаю слово Александру Ивановичу, чтобы продолжить насчет математики. Еще раз, я надеюсь, что скоро будем петь, как это сербы, «Корона, чао, чао, чао», вы знаете эту песневку, и вернемся к нормальной жизни. Я так верю. Будет ли или не будет, там никто не знает. Но пока, дорогие, рад, что смог говорить про замечательного человека и математику Володи Врагова перед вами. И надеюсь, что все-таки был полезным с этим коротким выступлением.